хочу вас разочаровывать, но вы, к сожалению, встали без маяков на пешеходной зоне, прям под знаком. Пешеходная дорожка. Надо что-то сделать. Либо автомобиль убрать, либо маяки включить, если... Не выключайте их, пожалуйста. Спасибо большое. Надо, чтобы вы машину убрали с тротуара, прям очень срочно. А? Что случилось? Машину припарковали на тротуаре, здесь нет парковки, нельзя ни в коем случае здесь парковаться. Я понял, я не знал, откуда я иду. Давайте, все, не ебите, а просто перепаркуйтесь, хорошо? Ты кто? Ты кто? Да ты со мной почему так разговариваешь? Еби, не еби, зачем так? Я подошел нормально, говорю, машина на тротуаре, ты перепаркуйся. Подошел нормально, где здороваться? Как надо? Здороваться? Можешь мне еще на колени встать, нет? Перепаркуйтесь с тротуара, пожалуйста, хорошо? Что? Какого голоса? А тебе сколько лет вообще, брателлана? 92-й, что? 92-го? Да. Ты молодой пацан, так. Ты знаешь? А ты что, старый, что ли? Я не старый. Так, ты, боже, перепаркуй автомобиль. Приветствую, не приветствую, здоровье, это не училище. Приветствую, перепаркуй автомобиль. Все, я же сказал сейчас. Давай. Сейчас ему подойдут. Не надо, подойдет, мы сейчас наклейку успеем наклеить. Не надо. Ты что, ты пиздатый такие патриоты, что ли, фанаты, что ли? А? Не понял первое слово. Я говорю, вы патриоты, пиздаты. Патриоты, нет, не, не. Давай на... я тебе сейчас гаишников показываю. Не надо, не покажешь ты их, нет, они не приедут. Нет, не приедут они. Я не понял меня. Так. Я говорю, я поехали, ты со мной садись, если ты такой пиздатый и себя патриот. Можно меньше, пожалуйста, жестикулировать, мне некомфортно. Не, комфортно, мне тоже некомфортно, как ты разговариваешь. Присаживайся в автомобиль. Нет, ты меня не учишь. Перепаркуйся, я не учу. Учиться надо было в автошколе, а я просто сейчас указываю на правонарушение. Ты не слышишь, я тебе еще раз говорю, поехали сейчас в любом. Да не хочу, поехали. Я тогда нехуй мне что-то толкать. Фу-фу-фу, так разговаривать. Нельзя так разговаривать. Ты меня не учишь. Нельзя, не надо. В свою страну едешь и там так разговариваешь. Здесь все культурные. Здесь все культурные. Ты еще ближе. Слушай, ну это не гигиенично, на самом деле. Вот ты не гигиенично руками не махай. Ты ко мне подходишь сейчас. Это ты подходишь. Ты ко мне подходишь. Ты ко мне подходишь. Руками не подходи, понял? Клей ему на клейку подойдет. Клей, я тебе покажу клей. Ничего ты не покажешь, пожалуйста, не надо. Ну, пожалуйста, ну ты не первый сегодня, видимо, не последний. Не надо, все. Это я говорю, убери. Все, давай, давай. Давай перепарковывайся. Вот так же стоит, вот так же поставить машину. Понял? Ты же наклеил уже. Ну, значит, сейчас еще одна будет. Еще одна будет? Да, да. Это сейчас челюсть ломаю, понял? Ой, слушай, пожалуйста, только не надо, ну, пожалуйста. Ну, не надо, я тебя прошу, не подходи. Не подходи. Дистанцию держи. Держи дистанцию. Ты так же быстро присядешь, как быстро встал. Ну, серьезно, не надо, пожалуйста. Слышишь, ты не знаешь, с кем ты разговариваешь. С кем? Ты не знаешь, с кем я разговариваю. С кем я разговариваю? Ты, сука, я тебе сказал, сейчас уберу. Я не сука и убираю. Нет, я тебе сказал, уберу. Все, разговоры вообще ни о чем. Вот честно, ни о чем, не так, не хватай меня. Я тебе сказал, уберу. Не хватай. Нет, я тебе сказал, не хватай меня, говорю. Не хватай меня. Не хватай. Я тебе сказал, уберу. Все, не хватай. Урюк, сука, бля, закон. Урюк — это заведение такое. Вы что, не слышите, что ли? Куда вы едете? Не знаю, как я заехал. Заезжай, уезжайте оттуда, вы по знак заезжайте. Я не понимаю, как вам всем разрешение дают отсюда, здесь? Я отсюда. Пожалуйста, заехал. Пожалуйста. Вот, вы так быстро хотите вид на жительство потерять? Уезжайте, пожалуйста, отсюда. Я вот. Уезжайте, пожалуйста, отсюда туда. Я оттуда не имею права. Туда имеете право. Под знак вы не имеете права ездить. Я там вы что, здесь все такие вот не знающие ПДД? Я задену, понимаешь? Уезжайте, я... вот знак. Вот знак, пешеходная дорожка, вы прям под него едете на людей. Смотрите, какие маленькие здесь дети стоят. Обратите внимание. Слышишь? Вот где подождите, вот, подождите, где у Госдума разговор... работает, вот гаишники. Госдума, на них мы очень любим, у нас там много друзей. Ой, что любишь, мы сука, туда, у нас там много друзей, мы туда поэтому не ходим. Вы что? Ничего ты не сделаешь. А вот ничего, иначе... Нет, ты поедешь к себе в свою республику, если будешь так себя вести, серьезно. Вот, причем здесь вырос. Надо вести себя по-человечески. Я тебя по-человечески веду. Веди себя по-человечески. Я тебя веду. Тогда не подходи. Тебе сказали нормально сразу. Нет, я тебе сказал, убери. Ты не убрал. Ты не убрал. Я убирал бы, потому что... Да как ты убрал? Я не понимаю, какой вопрос ко мне? Я заехал. Я тебе нормально объясню. Подожди, я тебе выслушаю меня. Не кричи я подальше, тебе, пожалуйста. Слушай, мне, я говорю, я тебе сказал, ты здоровиться учись. Я в этом плане выскочил из машины, чтобы объяснить тебе здоровиться. Васька, я тебе привет. Не сказал нахуй. Привет, я а тебе вот сказал. А вот тогда я сел бы я нахуй, сказал. Выскочил. Смотри, ты больше кричишь. Ты смотри, человек уже уехал. Все, уехал. Мне некомфортно. У меня горло болит. Мне кричать неохота, ну серьезно. Все естественно. Я половину слов все равно не понимаю, все. Еще. Я что, отсюда ехал? Если идем, если взять по правилам, да? Но. Я отсюда ехал.
Вы на тротуаре, вы не слышите? Нет, подожди. Я устал объяснять, слышишь? Честно, я устал объяснять. Нет, подожди, я тебе объясняю. Я отсюда ехал. Правила ты знаешь или нет? Слышишь, я не с тобой разговариваю. Я отсюда ехал. Я лично отсюда ехал, чтобы ты пришел ко мне придела кидал. Я с дороги выскочил, оттуда ехал, чтобы другим не помешать. А ты пришел по-человечески, а ты ко мне не поздоровался, невежливо. Что надо? В чем? Вопрос. С тобой не поздоровались? Конечно, не поздоровались. Потому что ты меня закон толкаешь, потом... я сам не существую. Не надо, никто тебе закон... Никто закон не толкает. Ты толкаешь. Подла, иди у почему других, которые паркуют. Я не понимаю, у тебя день сегодня не сдался. Чего ты кричишь? Потому что не сдался из-за почему тебя. Ты, почему потому ты что кричишь? Ты меня, мне закон толкаешь, а сам... Я не закон. Как не закон. И что камера, закон. Брата? Я что-то такого сделаю? Не надо, все, садимся в машину. Не, подожди. Уезжаем. Я отсюда ехал. Это что, все терпилы твои, да? Это мужчины все. Какие мужчины? Да, если мужчины статусные, был, идем, воспитанные, другие машины, воспитанные. Ты у меня горло болит, я не могу болит. Кричать. Ты кричишь, либо ты себя, диалог по очереди. Ты сперва нормально начинаешь. Приходи, подходи, поздоровайся, ты со мной тыкай. Хочешь выговориться, выговаривайся. Говорю, у меня горло болит, я не могу кричать. И перекрикивать не буду. Все. Поехали. Все. Вы же попадете, бля. Вы попадете, вы сами попадете. На что? На что? У тебя машина моего диска одного не стоит, блядь. Че ты здесь орешь? Твоего что диска ты орешь? Пойдем с тобой прогуляемся. Ты мне один на один, пойдем. Бери руку, руку а что ты, а ты сам так общаешься? Руку убери, я че, ты с тобой по-дашевски, что, нельзя общаться? Смотри. Че ты орешь здесь? У него горло болит, у меня смотри. Не болит. Че, поорать с тобой здесь надо? Это смотри. А что ты орешь? Что орешь? У вас сразу сам-то подходишь. Что орешь? Ты что, сука, перед нами? Ты мужчина? Езжай домой. Центр-товар заехал, остановки. У остановки заехал. Остановка. Не видел остановку? Остановку не видел. Что ты там? Остановку не видел. Нет, я просто думал по очереди. Тебе или ему. Просто мы не решили. Если ты по-человечески прошел, кто вы решаете? Кому первому? Посмотри, оглянись. Сейчас вы всем мешаете. Оглянись. Что вы делаете? Ребят, реально. Вот машины, вот машины. В ГИБДД сдай водительское. Серьезно, ты всем поможешь, я тебе клянусь. Знал, это прям по-человечески. Идем, присадись, я тебя научу, как машину водить надо, братишка. На такой машине ты меня ничему не научишь, честное слово. Не надо, приоры мне не интересно, клянусь, не надо. Все. Вы же еще попадете на мой... Конечно, на тебя и попадем. Уезжай, все, серьезно, все, бог с тобой. Терпила, вот приехал на Шкоде, ну серьезно, ну о чем разговор? Я хоть на Жигули попал. Не надо, все, все, тогда вообще на нечем с тобой разговаривать, все, все. Мне... Поверь, ни о чем твои слова, ты только всем мешаешь. Самое главное, здесь никакой паники. Если хочешь найти крысу, надо думать как крыса. Добрый вечер. Добрый. Это не парковка. Я знаю, я на минутку. Ну блин, найдите место, пожалуйста. Так, все, все находят место. Здесь, посмотрите, как чисто, ни одной машины. Вы дурной пример подаете я людям. Знаю. Здесь уже вот везде сферы даже поставили. Здесь просто здесь фору проводим, посмотрите дальше. А-а-а. Здесь все, чтобы, посмотрите, сколько людей ходит. Хорошо, посмотрите, сколько людей гуляет, все нету машин, он психи ездит. Отошли от Мерседеса, нищебродок, такая марка и цвет, ушли. Есть, надо как бы люди аккуратно. Стойте, как надо. Отошел от Мерседеса. Куча психов есть, вон, агрессируют, кидаются. Не, ну понятно, роль. А они что как раз такое? А вот только что нашел, да, земли, поэтому, блин. И дурной пример подаете людям. Найдите я место, понимаю, конечно, да. Ну не вопрос. Там хорошая погода, можно прогуляться. Это не место для парковки. Да, я буду согласен, я надеюсь, там найду место. Сколько вам, вы куда? Вы на сколько уходите-то? Да мне 2 минуты, да. Давайте ключи мы на 2 минуты буквально припаркуем, поедем. Молодец! И покатаемся в целом. Мы за 2 минутки крутанемся, да. Все, удачи вам. Хорошего вечера. Вы молодцы, активно. Спасибо. Спасибо. Ловите следующий. Будем надеяться, будет поменьше. Денег дайте. Денег дайте. Если тебе будет грустно, не забывай меня.